Всем привет, с вами Олег Якубовский. Мы продолжаем прохождение игры Stalker Zoo Pripyat и мода Тайна Пророка Монолита. Так, мы же переждали с вами пси-шторм и выброс. Погибли сталкеры. Так, пособираем, что у них тут в рюкзаках. Так, включим прибор ночного видения. Так, здесь уже кто-то полазил. Так, и пойдем отдадим хлам, и потом двинемся к бандитам. Да что ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, проваливай. Так, отдаем хлам Сычу. Так, остальное в ящик для мусора. Так.
Так, можно теперь сохранить игру. Здравствуй. И выходим на базу бандитов. Чё, крутой-то, а? Убери волыну! Так, подходим к Чапаеву. И возьмем еще одно задание. Хотел бы малость подзаработать, есть что наприметить, что за барахло. Без проблем уже иду. И он нас посылает за своим биноклем. Нам нужно подойти к бандиту, который нас отведет на станцию Янов. Я от Чапы, он сказал, ты на Юпитер. Тогда вперед. Итак, мы с вами на станции Янов и отправляемся за биноклем. Так.
Так, где-то бегает еще один. Так, обшарим тайничок. Заберем бинокль. Так, теперь нам нужно возвращаться на базу бандитов. Так, мы воспользуемся GPS-проводником и переместимся с вами на Юпитер. Так, идем в Юпитер на завод. Здесь то же самое. При этом система защиты от выброса цела. Что же это было? Так, исследовали место падения вертолета СК-4. Так, и воспользуемся еще раз GPS-проводником. Переместимся с вами на вертолетную площадку. Исследуем место падения последнего вертолета. Два тела, похоже, погибли при касании. Ничего ценного, все вынесли. Информация с бортового компьютера удалена, но черный ящик уцелел. Думаю, нормальный техник сможет вытащить из него информацию. Так, у нас тут... Попали на минное поле монстры. Так, выходим с минного поля. И отправляемся на станцию Янов.
А что такое? Так, двигаемся дальше. На станцию Янов. Так, и нам нужно с вами вернуться на Скадовск. Так, открываем торговлю. Так, и уходим. Здравствуй, сталкер. Сначала отдадим черный ящик азоту. О, привет. Так, и теперь можно уйти на Скадовск. Так, у меня есть карты местности, ему отдаем. Чё, нет? Ну, короче, раньше проводники нехилый крюк делали, а я пробил путь покороче. Реально, просто чесанул напрямик. Хоп, раз, два, туда-сюда. Все шифры насчет проходов через аномалии быстро выкупил. Тему про цветку загнал. Ну, не за так, ясное дело. Так он теперь всех моим путем и вводит. Так, расскажи про короткий путь, а может быть лоцмана спросим. Так, и выдвигаемся с вами на Скадовск. Согласен, пойдем. Ну, и... за шо передать? Так, и мы с вами на Скадовске зайдем, возьмем у Сыча патронов и пойдем к Чапаеву. Да чё ты топчешь? Так, торговля. Так, купить. Так, и можем давай, двигаться давай, на базу бандитов. Так.
Двигаемся дальше. Так, на базе кипиш. Похоже. Куда он там прет? Надо помочь, бо он не вернется. Куда он направился? Так, похоже, он пошел на свое место. Да, можно подойти, закончить квест. Я по поводу задания, да, вот он, держи, не густо, но на безрыбье. Так, мы с вами закончили выполнение квеста для Чапаева. Можем возвращаться с вами на Скадовск. Так, у нас список заданий. Так, 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 так. И закончить, чтобы еще один квест. Мы с вами. Пойдем, найдем друга Кардана. Это совсем рядышком. Так, там у нас отряд Альфа.
Забираем все. Так, можно сохранить игру. Так, нужно подойти забрать пулеметы. В первую очередь, пока их не забрали. Ты оружие-то опусти, мужик. Это ёперный театр, где они, а? Вот он. Так. По идее, здесь две группы, должен быть еще один. Берем КПК.
нечего добру пропадать, я так мыслю. Правильно мыслишь. Так. Нечего добру пропадать, я так мыслю. Еще одно КПК. Три группы здесь было. Так. Так, и возвращаемся с вами на Скадовск. С вами был Олег Якубовский. И встретимся с вами в следующей части моего прохождения. До новых встреч!